Добрый день! Это вторая часть нашего урока по NVSun. И сегодня мы поговорим об абстрактном методе отображения солнышка на карте. Данный способ считается устаревшим и чаще всего практикуется на картах со стандартными скайбоксами. При работе с данным методом абсолютно не важно, где будет находиться ваша NVSun, важны лишь координаты направления. Итак, у нас есть Light Environment уже с настроенными координатами и цветом света. Теперь нам нужно лишь видимое светило. Чтобы ускорить нашу работу и вручную не вписывать одни и те же координаты два раза, мы просто дублируем наш Light Environment и меняем его класс на NVSun. Как вы можете заметить, переменные координаты остались прежними. Как просто, да? Смотрим на результаты. Наше солнышко идеально вписалось на место источника света. На этом можно было бы и закончить наш урок, но хронометраж и желание быть полезным побеждают лень. Для тех, кто не в курсе, я расскажу вам, как легко менять небо на вашей карте, где узнать нужное имя и уже заготовленные параметры для Light Environment и NVSun. Поехали! Нажимаем вкладку Map и находим Map Properties. Открывается вот такое окошко, где в строке Skybox Name нам нужно лишь вписать желаемое имя скайбокса. Теперь о том, где же узнать имя. Для этого достаточно открыть браузер и перейти по ссылке со списком всех скайбоксов. Ссылку я помещу в описании к видео. Так, ищем нужное нам небо. Копируем его и вставляем куда нужно. Нажимаем применить и готово. Но не спешите закрывать браузер. На той же странице указаны параметры координат для Light Environment и NVSun. Так, Sun Angle – это у нас Pitch of Rope. Sun Pitch, соответственно, угол наклона. Brightness – это основной цвет. И, наконец, Ambience – это рассеянный свет. Все вот так очень просто, и работа проделана давно за вас. Но помните, что далеко не всегда стандартные параметры будут гарантировать вам отличную картинку на вашей карте. Ну и под конец, через Outputs можно солнышко включать и выключать. Но, по умолчанию, оно будет всегда включено. Благодарю вас за внимание. Если урок вам понравился, ставьте палец вверх, подпишитесь на канал и помогите проекту донатом, если вы хотите помочь. Масаляма!